Всегда приятно сюда приезжать, потому что знаешь, что здесь потрясающий клуб «Надежда». И ты знаешь, что ты будешь играть в этом зале, в ярком, в красивом, с большим количеством болельщиков. И мы были очень рады, когда все-таки поняли, что здесь будет проходить именно игра, первая игра сборной России в истории в Оренбурге. Поэтому впечатления отличные пока. Главное – победить завтра. Мы успели потренироваться уже 3 раза, вкусно поесть. Погулять, к сожалению, не получилось, но я пробежала 8 километров, даже забежала на набережную, посмотрела. Очень красивый город, зашла в церковь, а девочки в это время спали, восстанавливались. И, в принципе, основной фокус – это победа завтрашняя. Ну, конечно, Рая нам очень будет не хватать, потому что это игрок, который уже, ну, сколько, последние там 4 года входит в состав сборной, она была всегда одним из основных игроков. Она очень мне симпатична тем, что она может изменить ход игры. То есть никогда не знаешь, что от Рая ожидать, но знаешь, что она тебе всегда поможет в трудный момент. Но, к счастью, у нас было время понять, что происходит, и хотя бы мы уже эти тренировки провели с замены с ее, да. Поэтому завтра увидим, но Рая очень жалко, но, слава богу, это не серьезная травма, она быстро вернется в строй. И, конечно, на следующие квалификационные окна у нее будет возможности очень много доказать себя в сборной и помочь нам. Случай с Анной, конечно, он очень показательный и очень правильный. Это говорит о том, что мы просматриваем всех игроков, мы делаем акцент на просмотр молодых игроков. И она не просто человек, который взялся от ниоткуда, она участвовала в молодежных играх и себя проявила, показала свой характер. И, конечно, всегда у всех есть шанс попасть в сборную, плюс у тебя есть возможность приехать сюда. И видно было, что Аня немножко волновалась первые там 2 тренировки, но я всегда говорю, что нужно показывать свой характер, а опыт придет. И мы, если ты будешь играть, мы всегда тебя заметим и пригласим в сборную. Я с Югославией, наверное, уже не играла. С Боснией, наверное, еще не играла. Ну, что можно сказать? Эти команды с тех стран, с бывшей Югославской республики, это, конечно, всегда... Они такие... Не знаю даже, как их описать. С одной стороны, они актрисы, они все время играют, показывают, что им больно, что у них фолы, выпрашивают у судей что-то. У них сумасшедший характер, они будут биться. Они не всегда соблюдают правила в плане там... Вот сыграли в нападении, какую-то комбинацию. Они, в принципе, просто играют такой уличный баскетбол, в хорошем смысле этого слова. И нам нужно быть, конечно, готовым, потому что если дать им разыграться, почувствовать свой бросок, ну, с ними будет очень сложно. Мы понимаем все риски, поэтому завтра вот фокус на самом первом месте.